В Мексике пропал кубинский олимпийский чемпион по боксу. Робейси Рамирес вышел на прогулку в мексиканском городе Агуаскальентес и не вернулся в гостиницу. В Мексике пропал двукратный олимпийский чемпион по боксу, кубинец Робейси Рамирес. Об этом в четверг, 5 июля, со ссылкой на сообщение Минспорта страны пишет в РИНДЖ. Отмечается, что спортсмен вышел на прогулку в мексиканском городе Агуаскальентес и не вернулся в гостиницу, где расположилась национальная команда Кобы. По данным СМИ, 24-летний боксер не стал дожидаться выступлений на центральноамериканских играх 19 июля, 3 августа, в Колумбии, и предпочел стать очередным беглецом со острова Свободы. Известно, что Рамирес побеждал на Олимпийском турнире в Лондоне 2012 и в Рио-де-Жанейро 2016 в весовых категориях до 52 кг и 56 кг соответственно. Напомним, ранее в Мексике был жестоко убит боксер Хильберто Парамедина. Новости от корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://teamikorrespondent.net. По материалам сайта newsgro.com.